папа. Привет, папа. Привет, все хорошо? Да, все отлично. Она всегда на телефоне. Одну минуту, папа. Я нанял приходящую дочь вместо тебя. Отлично, значит, мне не надо будет звонить и поздравлять тебя с днем рождения. Она работает с самыми крупными компаниями. Думаю, к понедельнику мы сможем все обсудить более предметно. Нам стоит провести рабочую группу по конкретным вопросам. Приехали погостить? Да, экспромтом. Взял отпуск на месяц. Похоже, я испугал тебя не на шутку. Я Тони. Тони Эрдман. Очень приятно. Я консультант и бизнес-коуч. Это, возможно, пробудит в тебе феминистку, но... Я не феминистка, иначе я не терпела бы рядом таких, как вы, Геральт. Я должен арестовать вас. Куда я подевал ключ? Извините, мой папа просто глупо пошутил. Ты что, хочешь сломать мне жизнь? Если у вас проблемы с отцом, то вы не по адресу. Ты с ума сошел? Ты хотя бы счастлива здесь? Сколько слов. Удовольствие, счастье, жизнь. Ради чего, по-твоему, стоит жить? То одно надо сделать, то другое. А жизнь проходит мимо. У родителей действительно есть чему поучиться.